Неделя Эрмитажа во Владивостоке объявлена открытой. Лектории, кинотеатр виртуальной реальности, кинопоказы. Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа. Так, в рамках уже третьих по счету дней Эрмитажа выставку под названием «Голова Ареса. Неистовый сын Зевса» дополнит проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности «Крок». Эта цифровая копия зала в Государственном Эрмитаже не имеет аналогов в мировой музейной практике. Проект направлен на популяризацию культурного наследия. Надеть шлем виртуальной реальности, взять руки джойстик и погрузиться в этот виртуальный зал, можно сказать, Эрмитажа. Это действительно очень интересно, полезно, потому что даже когда приходили дети, я обращал внимание, как это происходило, они представляют себе как игра. В парадном зале представлена выставка «Интерпретация лучшая» секции «Творческая фотография» молодежного центра Эрмитажа и студентов факультета фотографии Нью-Йоркской школы дизайна Parsons. Презентация центра, где создаются экспериментальные образовательные и культурные программы для студентов, основная тема дней Эрмитажа. В рамках лектория в Дальневосточном федеральном университете по традиции пройдут лекции, которые прочтут сотрудники молодежного центра. Сейчас, наверное, одна из самых важнейших отраслей нашей деятельности – это создание больших образовательных программ временных выставок. Профессиональная программа, мастер-классы по реставрации произведений восточной живописи пройдут с 1 по 3 октября. Перенять новаторский опыт коллег соберутся специалисты со всего Дальнего Востока – Якутска, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока. А на выставке «Эрмитажная библиотека» желающие смогут познакомиться с каталогами, научными трудами, путеводителями. Студентам вузов представится уникальная возможность стать читателями специализированной библиотеки Приморской картинной галереи. Уже третий год подряд мы получаем от библиотеки Государственного Эрмитажа издания, и каждый раз их более 100. Вот. И в этом году мы также получили замечательные издания, которые издавались Эрмитажем в течение года. В честь дней Эрмитажа 2018 состоится и торжественная церемония выпуска памятной почтовой карточки с изображением произведения «Натюрморт» французского художника начала 20 века Жана Жавино. Первые подписанные экземпляры почтовой карточки пополнят музейные коллекции. Почта России даст возможность всем желающим отправить бесплатно открытки с площадки мероприятия. Посетить это знаковое событие приглашают 2 октября. Третьи дни Эрмитажа во Владивостоке продлятся до 7 октября. Вход на все мероприятия в парадном зале свободный. Анна Бережная, Станислав Лазебный, новости на 8.